Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Спросили показать меня вам Дубай во всей красе. Ну вот он, собственно, залив Марина. Едем по набережной в офис The Moon. И пока едем, давайте поговорим про нашумевшую, наболевшую тему. Это то, что биржа Binance, или Binance, как ее называют, вытворила просто жесть какую-то. Новую рестрикцию, что граждане РФ теперь не могут держать больше 10 тысяч евро на счетах. При этом, конечно, смогут все вывести, как они заявляют. Но, в общем, да, не могут держать больше 10 тысяч евро. И если на вашем счете Binance больше 10 тысяч евро, он автоматически становится, как я понял, только для вывода доступный. То есть все торговые операции закрываются. И нужно понимать, как это вообще все будет происходить, потому что, допустим, на споте у меня 10 тысяч евро, или... А завтра у меня это превратилось там в 12 тысяч евро, и что, я должен выводить там 2? Или если я торгую в маржиналке, например, там вообще другая история. У меня может быть 10 тысяч евро, но при этом позиция на 30 тысяч евро. Вот как это все считаться будет? Фьючерсы и так далее. В общем, очень непонятная тема. В связи с этим паниковать, конечно же, не стоит, но предпринимать какие-то движения нужно. Грубо говоря, если у вас там больше десятки, то надо начинать выводить. Как бы я всегда вам говорил, ребята, если вы помните меня, смотрите, что холодный кошелек – самое надежное средство сбережения вашей криптовалюты. Ну, я думаю, это и так понимаете, но многие все равно хранят на Binance. И, конечно же, нужно выводить в первую очередь на холодные кошельки. Холодный кошелек – это не только аппаратный кошелек типа Ledger, который вы тоже сейчас, кстати, нифига не закажете в России. Или Трезора. Холодный кошелек – это как раз такие, типа Exodus, Trust, которые вы можете просто скачать в инете, поставить, сгенерить приватные ключи, и только вы будете управлять своей криптой. Но если вы потеряете свои приватные ключи, то, как говорится, все, финита. Поэтому тут как бы биржа – это как банк для вас, которому вы доверяете свои биткоины, он для вас их хранит. Но тем не менее, смотрите, о чем хочется поговорить. Binance – крупнейшая биржа по объемам торгов и по функционалу, она очень удобная. И многие все привыкли, я смотрю сейчас, особенно вот новички все, кто только-только в теме, собирается там год-два, все на Binance, короче. Но настал тот звездный час диверсифицироваться по разным биржам. Если вы именно торгуете, то вам нужно сейчас, на мой взгляд, взять свою котлеточку. Даже если она меньше десятки евро, оно же в какой-то момент все иксанет, и оно станет больше десятки, понимаете? Даже если у вас там сейчас двушка-трешка, я думаю, она не за горами превратится в двадцатку-тридцатку. Вот, поэтому сейчас надо диверсифицироваться, и бирж очень много, ребята. Все они, конечно же, как сказать, вам не друзья. Все они просто площадки, где можно удобно и быстро с минимальной комиссией обменивать криптовалюты, торговать, зарабатывать, но также и терять деньги. И на этом все и построено, потому что любой заработок на трейдинге, это значит, что кто-то потерял, и вы у него забрали. Но, тем не менее, они дают эту возможность, так что, если вы все-таки ими пользуетесь, то лично мои любимые биржи, которыми пользуюсь я, находятся в описании этого видео. Это Bybit, Femex, PrimeXBT, KuCoin, BitGet, Poloniex, Ascendex. Много еще бирж, но они все для разного. Давайте разберемся, для чего. Тут надо понимать, для чего вам нужна биржа, что вы собираетесь делать. Если вы собираетесь торговать на споте, то, в принципе, сейчас уже любая из этих бирж подойдет. Например, на Femex нулевые комиссии на споте за премиум подписку. Стоит она что-то в районе 60 или 70 долларов в год, и вы не платите вообще ничего. То есть, ну, комиссия ноль на споте. Это очень выгодно, особенно если у вас большие объемы. Но там надо смотреть, какие монеты, разное количество монет. Все-таки Femex и Bybit – это больше деривативные биржи, как и PrimeXBT. На Bybit тоже добавили спот, на PrimeXBT его вообще нету. Вот, но если вы именно торгуете фьючерсы, деривативы, то тогда вам на Femex, Bybit и PrimeXBT. Но на PrimeXBT только через VPN, если вы из России. На PrimeXBT еще какое отличие? Там вы можете торговать Форекс, валюты, индексы, NASDAQ, S&P 500, нефть, золото, серебро. Короче, PrimeXBT это типа как бы ваш брокер в мир традиционных финансов. Причем вы можете держать на балансе как и USDT, так и BTC. То есть, грубо говоря, инверсная маржа в битке. То есть вы можете торговать золотом, серебром, например, поставить в лонг на них, а зарабатывать больше битка на этом. Таким образом, вы будете просто медленно увеличивать количество своих биткоинов, практически без рискового, понимаете, да? Если рассчитать плечо, а не брать большое плечо, то золото и серебро в долгую тебе дадут иксы, а профит у вас будет идти в биткоине. Вот, это что касается PrimeXBT. Но это такая, она больше, там только фьючерсы, только кросс-плечо максимальное. Она, конечно, уже для профессионалов.
Bybit сейчас очень удобно развивается, похоже на Binance становится во многом там, как он был несколько лет назад. То есть там и спот, и деривативы, но ни на Bybit, ни на Femex нету кросс-маржинальной торговли альтов к биткоину. Вот для тех, кто торговал именно в margin trading, не фьючерс, а кросс-маржин трейдинг, особенно alt-BTC рынок, допустим, эфир к биткоину или там дэш к биткоину, лайткоин к биткоину, то тут, конечно, удобнее вам будет воспользоваться биржами KuCoin, BitGet и Poloniex в какой-то момент. Но Poloniex сейчас переписывают, короче, свой торговый движок. В данный момент маржинальная торговля там сейчас закрыта. Надо ждать, пока они запустят ее заново. Вот, еще биржа Ascendex есть такая, бывшая BitMax тоже. На ней есть кросс-маржинальный движок. И они, в принципе, все не парятся особо с KYC. И, ну, вот такой фигни точно не будут делать с закрытием счетов, насколько я понимаю. Опять же, сейчас не будут делать, то есть все может поменяться. Могут они сказать, все, ребята, выводим, но пока этого нет. Поэтому, кому нужна торговля альтов к биткоину, пока мы ждем, что Bybit и Femex ее добавят. Bybit, кстати, уже добавили ее на споте. Но вот именно с плечом это биржи, да. KuCoin, Ascendex, BitGet и в скором времени Poloniex. Так что вот, не глупо, ребята, диверсифицироваться и раскинуть свою котлету по разным биржам. Опять же, понимаете, даже если у вас там 100 тысяч долларов, то вот вы их раскинули там по 5, по 6 биржам. И все, как бы, лимиты. Вы даже на Binance можете оставить там свою десяточку и торговать. А так, когда вы держите все яйца в одной корзине, чуваки, ну это стрёмно. Посмотрите историю с Mt. Gox. Тоже была крупнейшая биржа по объемам торгов. Все говорили, ну она никогда не соскамится, она же крупнейшая. Что с ней стало? Погуглите, если не знаете. Вот, слушайте, прикольный райончик Марина, конечно, но я вам хочу сказать, даунтаун гораздо симпатичнее. Даунтаун и чище, и там людей меньше. А все пишут, едут в Марину, здесь какой-то контингент такой, здесь и плиточка попроще. В даунтауне там керамогранит везде лежит, как в дорогих туалетах. А тут уже такая больше на какую-то Анапу похожа. И тут одни русские, слушайте, вот если так вот сейчас я помолчу, послушать, вокруг тут 80% русские, ну или русскоговорящие. Вот, ну и такой, конечно, райончик, да, более туристический. Но прикольный все равно, слушайте, и вот... Пока мы болтали о биржах, немного вам его показал. Еду в офис к Карлу, The Moon. Хочу замутить с ним коллабу, просто пообщаться. И не совсем понимаю, куда ехать. Сейчас будем искать. Вот, так что, друзья, такие вот дела. Все ссылки в описании на бирже. Также, в принципе, лучше всего, конечно, вообще не торговать на бирже, а просто ходлить. И чтобы ходлить, достаточно холодного кошелька, вон того же Exodus. Ставьте его, генерите беспалево приватную фразу. Не храните ее там нигде в почте, скриншотом, а переписывайте как надо по инструкции, безопасное место. И все, и можете потом хоть снести этот кошелек. Ваша сид-фраза это и есть ваши биткоины и ваши другие монеты. Так что такие вот дела. А если у вас нету до сих пор по какой-то причине крипты, то вы можете ее купить, воспользовавшись ссылками на хорошие обменники. Ссылки на которые в описании. И обменник CryptoExchange, которым мы сами пользуемся. Сейчас там идет конкурс. Зарегистрируйся по нашей ссылке, сделай один обмен, напиши хороший отзыв Best Change и получи приз. Вот такой вот конкурс. Подробности у них на главной странице. Ссылка на него тоже, естественно, в описании этого видео. Так, и по-моему, я проехал поворот. Сейчас будем смотреть. Так что, друзья, всем удачи на биржах, удачной торговли. Делайте это дело аккуратно. И да прибудет с вами профит, тролли. С вами был Гринни из Дубая. Это канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, ставьте стопы и тейки. Всем пока. Вроде туда я еду. Вроде не ошибся.